привет! У нас сегодня еще одно маленькое путешествие. Да, из Люксембурга мы сели на поезд и приехали в Триер. На первый взгляд, Триер совсем непримечательный городок, но так будет казаться только до тех пор, пока вы не узнаете интересные исторические факты о нем. Здесь родился Карл Маркс, почетным гражданином этого города был сам Адольф Гитлер, а множество исторических построек после себя оставили римляне. Недалеко от железнодорожного вокзала нас встречают самые большие и наиболее сохранившиеся во всем мире античные ворота под названием Порта Нигра, которые были построены в 170 году. На пути к центральной площади можно встретить удивительное здание трех королей. Обратите внимание, на уровне второго этажа есть дверь. Именно она была единственным входом в здание по задумке архитектора, а для желанных гостей опускалась лестница. А вот так выглядит площадь в старом городе. Триер, или как его еще называют Северный Рим, является старейшим городом Германии. Основан он был в 15 году до нашей эры римским императором Октавианом Августом. Я местный фотограф. На расстоянии пары шагов от центральной площади находится Трижский собор, который также является старейшим по времени основания собором в Германии, дата основания которого 320 год. Сейчас мы находимся возле базилики Константина, и отсюда открывается хороший вид на достопримечательность, на которую мы сегодня попадем. С нее видно весь город. Постараюсь вам ее показать. Она находится вон там, вот прямо-прямо в высоте. В глубинке старого города можно найти необычный фонтан ремесленников. На нем между стволами деревьев расположено 36 фигур. Среди них можно рассмотреть мясника, пекаря, сапожника, а также гербы гильдий. Профессия автомеханика тоже заняла почетное место на фонтане, хоть и является более современной. Надпись на фонтане гласит: «Учеником может стать каждый, подмастерье – тот, кто уже умеет что-то делать, а мастером – тот, кто умеет создавать». Римский мост, по которому мы сейчас идем, не просто инженерное сооружение, а самая настоящая достопримечательность. Тяжело поверить, но все базальтовые опоры моста, кроме двух, что были взорваны французскими войсками в 1689 году, являются оригинальными с IV века.
После моста мы отправились в увлекательную пешую прогулку длиной в 3 километра, с подъемом с высоты 133 метра к высоте 284 метра над уровнем моря. Подъемы частенько были очень крутыми и заняли у нас около часа. Мы хотели увидеть колонну Марии, сооруженную в честь Матери Иисуса в 1860 году. Но очень приятным бонусом, конечно, стала панорама на всю округу, сам город Трир и долину реки Мозырь. Как ты? Я держусь! Мы дойдем! Да! Наша поездка сюда, в Трир, не задавалась с самого утра. А поезд, на который мы планировали сесть, просто-напросто не приехал. И мы, сцепя зубы, все-таки ждали целый час следующий поезд. Ехали в таком непонятном настроении, не знали, что здесь будет, чего ожидать. Но знаете, ребята, мы ни разу не пожалели, что сюда приехали, потому что сейчас мы находимся на смотровой площадке. Мы все-таки сюда дошли, шли тяжело, и это был такой эксперимент, честно говоря, на выносливость и тест на выносливость. И мы пришли на прекрасную смотровую. Смотрите, как красиво просто. И там даже солнышко. Хотя сегодня 40 км в час ветер, да? Да, очень сильный ветер и ливень был, понимаете? Но мы пришли сюда. Здесь очень красиво. Поэтому, если вы будете в Трире, обязательно сюда придите. Пожалейте, не жалейте себя, вернее, и приходите. Знаешь, как еще одна обзорная плавала, площадка.
ребята, мы спускаемся обратно в город. Да, побывали, посмотрели, пора и назад. Да, нам все понравилось, просто куча эмоций. Очень понравилось. Я не жалею, что мы сюда поехали и что у меня вчера родилась такая идея. Да, и не верьте про нос погоды, мы тоже думали, что сегодня будет целый день дождь. Да, нет. И были такие унылые, о, дождь, путешествие в дождь, это вообще... На самом деле, ребята, нет. Да, вот как оно все оказалось. Расслабились, потому что там был очень-очень крутой спуск. И хорошо, что мы этой стороной не поднимались. Да. И мы думаем, что на сегодня нашу поездку можно считать законченной. Нет, я думаю, мы еще пройдемся через старый город, зайдем в магазинчик экопродуктов и веганских продуктов тоже. И потом пойдем на станцию, и уже тогда можно будет сказать, что мы все обошли. Потому что, мало ли, может, мы еще что-то не видели, а? Да, все возможно. Да. Пожалуй, это была замечательная бюджетная поездка стоимостью всего 19 евро 20 центов на двоих за железнодорожные билеты, из которой мы привезли огромный мешок бесценных воспоминаний и впечатлений. We'll be right back.